Привет, вы на канале Everybody by Pain. И наконец-то оправилась я от шока. Да, на моем канале уже 500 подписчиков. Большое спасибо всем тем, кто подписался, и советую подписаться тем, кто еще это не сделал. Ну а сегодня будет видео про Roblox. Те, кто в него играют, знают, что тут несколько карт. Ну так ради интереса я сегодня посмотрела, а тут есть карта... Да-да, карта Animal Jam. И не одна, поэтому сегодня я буду играть в Animal Jam внутри Roblox. Ну и еще один интересный момент, может кому будет интересно, мне задонатили, поэтому у меня вот такой вот новый скин, не знаю, красивый или нет, но мне лично он очень нравится, как кофта, так и низ. Также я сейчас коплю на волосы, они стоят 55 робаксов, у меня сейчас 9 только, так что если вы хотите помочь мне накопить, я напишу мой ник в описании к видео, и мне будет очень приятно, если вы мне задонатите. Карта тоже будет в описании. Итак, пишем в поиске Animal Jam. Итак, вот что мы имеем. Ну, конечно, не особо популярные игры. В них вообще не играют. О! А я искала эту карту. Потом в нее зайду. Ну, давайте начнем. Вот Animal Jam Classic Beta в разработке. Ну, давайте попробуем. Итак, пока вот все. Я захожу на сервер. Очень интересно. А, то есть, типа, я думаю, что ты тут будешь превращаться в животного. Нет. Он, в принципе, прикольно. Так, ну это классик. Я в классик вообще не играю. Да, конечно. Поиск питомца, не знаю. Красные панды. Animal. Ниппон. Как? Копировка. Короче, нормально тут все за робуксы. 98 робаксов за 250 самоцветов. Тут даже музыка из джема. Блин. Close trade. А с кем трейд? Ни с кем. Шоп. Короче, все адски виснет. Некоторые кнопки не работают. Я просто нажала вот на этого кролика бокового, я исчезла. А вот все. Да в чем дело, я когда не нажимаю? В общем, если честно, мне не очень нравится. Ну, просто многие кнопки не работают. И из-за того, что никого нет, очень сложно что-либо делать. Давайте поизучим локацию, что ли. Так. Где магазин? А где тут магазин-то? Ну, в принц. А, я типа сейчас в Кровавом каньоне. Давайте в городок Джима. Да перекиньте уже, и в городок Джима хочу. Короче, да, мне не очень нравится эта игра. Как бы тут некоторые кнопки просто типа чисто не работают. И вообще, очень много недоработанного. И, ну, насколько я понимаю, тут нужно больше игроков. И если тут, опять же, сапфиры и самоцветы только за робаксы, то, ну, вы понимаете, что 250 самоцветов за 98 робаксов, да блин, это, ну, очень много. Я уверена, 250 самоцветов в джеме есть у каждого. Итак, переходим на следующую карту. Тут мне показывает много ненужных. Сейчас мы будем играть в ролевую игру Animal Jam. Тут в пасах можно купить за 350 робаксов кока-колу в Animal Jam. Прекрасно. Просто замечательно. Так, я зашла. Мне дали блоксиковую, или как это называется? Да, блоксиковая.
сбылся, короче. Animals. Тут можно выбрать, за какого животного я хочу. В принципе, наверное, без разницы, но я хочу за коалу. Эмма. Конечно, я не ожидала чего-то сверх, но вы понимаете, что начнем с того, что это какая-то спальня, закончим тем, что такая плоская фигура. Как бы да, я не ожидала. Phantoms Game Pass. Туда даже прийти нельзя. А как сюда выйти-то? Или все, или это отсюда нельзя выйти? Ау, выпустите меня отсюда. Ну еще каталог Эрара мне написала, я даже не знаю когда. Я не заметила. Короче. Ну это вообще не Animal Jam, если не считать того, что животные из джема больше тут ничего. Даже примерно на джем похожего нет. Ну, плюс там еще фантомный пас и вот эта картина. Но, если честно, да, так себе. Плюс, что это за черная штука надо мной. Дальше мы будем играть в такую вот игру, но нам почему-то меня в нее даже не пускает. Тогда давайте новый зоопарк Animal Jam XD. Ну, давайте попробуем. Не знаю, что это будет из себя представлять. Новый зоопарк. Честно, почему? Знаете, а в принципе прикольно, но прикольно не в плане Animal Jam, а в плане самой карты. Где тут хотя бы что-то от джема, я вообще не знаю. А если в принципе, то это очень классная такая атмосферная игра. Я искала еще карты по джему, но больше ничего не нашла. Ну, а вам большое спасибо за просмотр и всем пока!